Да, eu am scris o plângere în 14. Dosarul a fost la procuratură. S-a suspendat, că nu găsesc vinovat. Să-l găsesc aici sau la procuratură? Teki dosare penale, cu teki dosare penale coordonează procuratura sectorului Botanica. Pe unde îl găsesc fizic ca să-l văd? Nu pot vă spun. Adresați-vă la procuratură. Dacă dumneavoastră vreți să faceți cunoștință cu un dosar, totuși noi nu facem cunoștință. Noi trimitem, dacă la noi dosarul, trimitem la procuratură și numai procurorul are drept să vă informeze, să vă dea dosarul, să vă dea copii, să vă elibereze copiile. Aici, până, da? Da. Or dați-mi deja la mâine, dacă eu stau. Dacă a fost suspendat... Ați lăsat numărul telefonului? Da. Dacă a fost suspendat câțiva ani în urmă, da? Вот я в прокуратуру уже обращалась, и там вот, уголовное дело, мне говорят, полиция должна открывать. А уголовное дело полиция не открывает. А в прокуратуру я уже пришла. Вы госпожа Манова? Да. Что вы опять пришли? Вы уже по всем инстанциям свои послали. А как же, что вы... А вас вызывали сюда? Нет, я хочу узнать, почему не решают дело уголовное, не открывают. Вот прокуратура вот, говорит, что уголовное дело вот, не открыла полиция. Значит, тогда идите в прокуратуру. Я ходила, там тоже говорят, идите в полицию. Вот смотрите, 3 письма прокуратура. У вас есть какое-то заявление сейчас оставить в канцелярии? Если нет, да, если ваше заявление сейчас у нас есть на рассмотрении. Вы послали его министру, ИГП, ДП, да? Да. Поэтому ваше заявление у нас находится сейчас на рассмотрении. У вас еще что-то есть сейчас, чтобы я не стояла возле вас и не теряла время? Есть. Я знаю всю вашу историю. Да, вот. Ну, а кому ты будешь? Ну, так что пришли. Форматы лежат, если мы не верим. То, что меня убивали, обкрадывали, это никто не решает. Почему? Сейчас вот что вы хотите? Вы хотите, что оставить это заявление, да. Правильно? Вот копии есть. А эти два разных заявления? Да, и две вот эти копии наши заявления. Это два копии от этих заявлений. Да. Я вам сейчас принесу проштампованные печати инспектората. Подождите, пожалуйста. Вы жалуетесь, и они отвечают? И они вот, отвечают, вот, смотрите, что зря отвечают. Вот и это, потом еще вот здесь вот тоже... Тоже ничего не хотят. Так они говорят, что вам отвечали в прошлый раз. Что толку? Они ничего не решают проблему. Краденое это не возвращают. И они что, даже не узнали, кто такой Владимир Илья, никто, который вас оправдывал? Фамилию не узнали. Вот, отписки, одни отписки. Я вот это хочу решить. Почему они ничего не узнают и ничего не делают, и уголовное дело не открывают? И они отвечали даже в прошлом месяце. А уголовное дело не открывают. Вот. Вот это вот снимите на телевидении. Хочу узнать, почему они не открывают уголовное дело. Одни отписки, отписки, уголовное дело тут нету. И меня убивали, тоже не хотят ничего решать. В каком смысле убивали? Травили едой. Тоже не хотят выяснить, кто и что, и чего, и почему. Из-за квартиры убивали. И лишили квартиры. У меня есть убийца, я не знаю, как подать на убийцу, потому что мне никто ничего не делает. И они вам отвечают на румынском? Да, и на румынском отвечают. А вы не понимаете? Я не понимаю. И вы сказали им, что я пишу на русском, пожалуйста, ответьте на русском, да? Да, они не хотят. Вот. Не хотят вот сфотографировать, потому что они ничего не хотят. Вот. И хоть и меня будут убивать, они не решают ничего. Здравствуйте, Олег Брega. Cetățean. Femeia este, ei se încalcă drepturile. Вот, отказы везде, не отказы, вот. Dar de ce mă scanați că eu nu intru? Ați văzut că a trecut mai devreme un timp. Temperatura 37. Și 2. Și 2. Vă rog să părăsiți încăperea. Ați văzut aletul. Ați văzut adineauri a trecut. Din cauza COVID-ului. Ați văzut că a trecut adineauri cineva fără mască și nici măcar n-a trecut pe la turnichet. Nu l-ați observat. Nu am observat. De ce? Păi nu am observat, nu? Vă rog să părăsiți. De ce? Aveți temperatura 37. Dar cât am voie? 37 și 3 voi. 37 și 2, 37, de la 37 în sus nu-ți permite. De la 37 și 3 nu-ți permite. Arătați-mi un document. Nu se intră cu mască, doamnă, nu se intră cu mască. Cu mască, da, da, e cu mască. O, stați-ne ca să mă așteaptă. Domnul, vă mai sumez încă o dată. Vă rog să părăsiți că... După care mă bateți sau mă împușcați, da? Eu tăți îmblă fără mască aici. Tăți îmblă fără mască aici. Это не хотят решать, вот это не хотят, ничего не хотят, вот еще и это не хотят решать. Пострел, да? Я не знаю, как вообще повлиять на это. Ничего не решают. Все, нашли у меня температуру. Dă-te, te rog, într-o parte. Vă rog să ștergeți, dar sunt eu în cadru? Ei, Doamne ferește, da, da, da. Mă auziți? Te aud. Numele prenumele. Chiar acum a scris. Bine, bine. Cât temperatură? Cât? Păi da, dar cât e voie și cât nu e voie? Unde scrie? Temperatura 37 e permis. E permis, 37 și 3 e limita. Arătați documentul. Păi Tani fără mască îmblă pe aici. Spectoratul ăsta e ca un focar de COVID și s-o gândit să-mi închid mie gura. Filmez. Dar puteți intrați în birou. Nu, am în deală, poți să-mi scaun. Intrați în birou, să știți. Domnul, să mă așteptați la birou. Dați-mi voie și mie. Da? Da? Ce întrebați, la cine? Eu am spus băiatul. Treci, mă? Ну, она щепель бровец, она. Не прям держу руку мозг. Да, сигур. Айч. Eu gândesc mult și mă înșerbând. Dar mă cât arată. Nu, cu trotineta mine, cu scuterul. Și cât arată, mă? 36 și 2. Cu un grad diferență, îți dai seama? Da, dar oricum la 37 și 3 te scoate afară, nu lași 2. Dar el nici nu știe. De la 37 și 1, deja 7, nu e adevărat. 37 și 3. Trebuie să aveți undeva scris, să nu inventați, să negociem acum ca la piață, de la 3, la 2. De cum nu? Dumneavoastră ce întrebare azi? Să mă lămuresc cu un dosar și cu femeia asta. Un dosar al meu și al femeii. Două dosare. Da, femeie dumneavoastră aveți? Și ne sunteți pentru doamnă? Nu sunt nimic, sunt cetățean căruia îi pasă. Da. Anchetatorul pe loc? Nu știu, eu venit femeie de la cancelare și înregistrează. Dumneavoastră... Dar pe mine m-au trimis la procurator, că dosarele acolo, să întâi procurorii fac. Ia că vine și femeie și plecăm și liniștiți-vă că nu vi se întâmplă nimic. Почему не хотели решать проблему в 49-м кабинете? Пишет замененную бумажку, выставляем в почтовом ящике. Я не успеваю сделать. Я уже бегаю каждую минуту туда-сюда. А почему в 49-м кабинете не хотели решать? Я не могу вам сказать, я ни за кого не отвечаю в этом комиссариате, только за себя. Вы будете информированы о результатах. Получите опять отписку. Да, ответы только, а решения проблемы не будет никакой. Они ничего не решают. Наверное, и в прокуратуру надо тоже. Правда тоже не решает, а прокурор что не всегда можно найти прокурора. Я рядом с прокуратурой живу и не всегда могу найти прокурора. Шефа или... Шефа тоже не знаю, где до шефа меня не будет. Не подписано свои штампы. Не подписанные заявления не рассматриваются. Хорошо. Число и подпись, да. Все, значит, подписывайте. Жалобы столько, сколько угодно, а решение проблемы. Ничего не решает. Гражданин, который здесь является судьей штатом, он будет информирован о результатах. Канцелярия, списку, а решать не будет. В 49-м кабинете тоже обещали решить проблему через уголовное дело. И никто... А кто в 49-м? Какой-то политический, не знаю, как. Понятно. Уголовное дело, это знаете где? На улице Колумна, и еще внутри там департамент уголовного дела. Улица Колумна, 130. Вот оттуда пришел полицейский сюда и сказал решить, а сам не решил. Понятно. Сам обманул и не решил. 49. Понятно. Все без масок здесь. Да, в 49-м кабинете все находится. И не решил ничего. Об убийстве обещал решить. Обо всем. Sotto lunea la Inspectoratul de Poliție fără mască. Dacă noi ne obligă să intrăm cu mască și încă și ne dă afară. Vii aici, poți să iei COVID. Numai femeile la cancelarie cu mască, dar ești la alții. Давайте выйдем на улицу, и вы расскажете. Сегодня опять жаловались на что? Жаловались на убийство, на квартирную кражу и на то, что... Кого убивали? Попытка убийства? Да, попытка. Когда это было? Это было несколько лет назад, с 2009 года было, до 2013. Хотели меня убивать, вот, травить едой, и я заметила это, и обратилась в полицию, а полиция ничего не решила. В 49-м кабинете, вот здесь начальник с главного этого Колумна 130, он подчиняется ей, и не хотел с главного преследования. Не хотел вот тут решить в 49-м кабинете. Обещал решить проблему об убийстве, о краже, и ничего не решил. О квартирной проблеме, от отбирания квартиры, порчу на квартиру делали, тоже ничего не решил. В каком смысле порчу? Порчу? А вот так, хотели отнять порчи, колдовством. Да. Колдовство это не... Это тоже преступление. И еще и порчу на здоровье делали, и червей вселяли. Нет, я такое не верю, и рекомендую вам тоже не верить. Надо верить. И порчей полиция не занимается. Занимается еще не только порчей, еще червей вселяли в меня. Еще червей вселяли. Нет, это уже не серьезно. Это серьезно. Червей вселяли в меня еще. И червей, знаете, делает рак, черви делают. Ну и да. Вот рак мне вселили. Понятно. Да, вот это. И обокрали меня. Несколько раз обкрадывали. И на Христоводево, и на Кузоводах полиция ничего не решала. Ничего. Ни об убийстве, ни о краже, ни о чем. Ничего.